Все хорошие идеи приходят спонтанно. Так случилось и в жизни обычных жителей французского города Нот, сомелье Эмили и инженера-айтишника Романа. В апреле прошлого года предложение Романа отправиться в путешествие на велосипедах вдруг нашло неожиданную поддержку у Эмили. Сказано, сделано. Целый год ребята копили деньги и готовились к вояжу. И в феврале выдвинулись в путь. Actually, we wanted to travel. Они на самом деле просто хотели путешествовать, но еще не знали, куда поедут. Перед ними, перед глазами просто была большая карта. Перед ними стал выбор, куда отправиться, потому что каждая страна чем-то своим интересна. Такой вид путешествий выбрали, чтобы больше узнать страны, познакомиться с бытом. Вот уже 10 дней ребята колесят по России. Говорят, что велопутешествие по нашей стране мало чем отличается от подобного по Европе. Но одну особенность они все-таки отметили. Единственное отличие, что если съезжаешь, в России съезжаешь с главной дороги, то начинаются впадины, выбоины, ну и нам это понятно. И еще одна беда, с которой столкнулись путешественники – языковой барьер. Ребята говорят на двух языках – английском и французском. We don't speak Russian, and that's the first country. Это первая страна, в которой не говорят по-английски. Особенно сложно это где-то вот на дорогах попросить помощи и попытаться объяснить и достучаться до человека, что им необходимо. Отправляясь в путешествие, французы практически ничего не знали о России. Многие их знакомые отговаривали и пугали всевозможными опасностями вояжа по нашей стране. In every country, but especially in Russia, we heard lots of clichés about Russia before going in Russia. Когда они собирались еще ехать в Россию, они ничего совершенно не ожидали. Но однако же у них только положительное впечатление, особенно если сравнивать с тем, что они слышали, какие слухи о России, что везде тут опасно, и везде ездят пьяные, не только ездят, но просто все постоянно пьяные. И это очень было им положительное ощущение, что на самом деле это не так. Путешествие продолжается. Российская виза выдана всего на 3 месяца, и поэтому ребятам придется часть пути проехать на поезде. По крайней мере, от Екатеринбурга до Иркутска однозначно. Дальше Сибирь, Сахалин, Япония, Южная Корея, Китай, Лаос. Эмили и Роман планируют вернуться на родину во Францию через 2 года. Ну что ж, как говорят французы, бон вояж вам и легкой дороги. Светлана Варивач, Елена Тойванин, новости.